15 лет назад в Щелкове была открыта мечеть имама Равиля, и с тех пор этот религиозный центр является сердцем местной мусульманской общины. День рождения храма стало праздником для многих. Значимое событие совпало с еще одним юбилеем – 20-летием мусульманской общины в районе. Мы гордимся городом и гордимся общиной мусульманской города Щелкова и района. И ведь признать надо, что в то время были разные мысли у людей и разные мысли, но мысли щелковских мусульман были тверды, они не пошатались и сегодня. Строительство соборной мечети началось в 99 году, и уже спустя 2 года здесь зазвучали первые проповеди. На протяжении всех этих лет мечеть была не только религиозным оплотом, но и центром единения. По разным подсчетам, в районе проживают более 20 тысяч мусульман, которые регулярно приходят в храм. Одна из первых мечетей, которая появилась на территории Подмосковья, она стала таким символом возрождения духовности в нашем регионе. Мечеть, она служит неким таким тоже этапом укрепления и развития межрелигиозных отношений и развития межрелигиозного диалога. Борьба с фашизмом проиллюстрировала единение разных народностей перед общей бедой. И в знак этого единения все участники торжества и гости праздника подключились к региональной акции «Лес Победы». На аллее рядом с мусульманским храмом были высажены 6 саженцев лип. Во всех муниципальных образованиях области сегодня люди с семьями, с детьми высаживают деревья. Кто-то сажает лес, кто-то сажает парки, кто-то разбивает сады фруктовые. И здесь, возле соборной мечети Щелково, более 140 национальностей проживают в Подмосковье. У нас практически никогда не бывает никаких разногласий на национальной почве. Торжества продолжились в районном культурном комплексе. Здесь была подготовлена яркая программа. Поздравили мусульман с таким важным для них праздником региональные и районные власти. Сегодняшний праздник говорит о том, что мы по-прежнему едины. Мы друг другу ходим на праздники, мы ходим на семейные торжества. И я хочу сказать слова благодарности всей мусульманской общине Щелковского района за тот вклад, который вы все вносите в развитие и процветание нашего района. Мы все с вами проходим непростой путь длиною в жизнь. Все вместе. И живем мы для того, чтобы наши дети, чтобы наши внуки жили в такой духовной и душевной атмосфере, как и мы. Добра нам, мира, здоровья, любви, счастья. В благодарность за усилия, направленные на создание, а позже и сохранение мечети, участие в жизни мусульманской общины, многие были награждены почетными наградами. Медаль за заслуги вручили и Алексею Валову. Дарья Соснегова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».